В эфире программа «Городские встречи». Сегодня мы беседуем с министром социальной защиты населения Рязанской области Денисом Александровичем Боковым. Денис Александрович, актуальный вопрос на сегодня – оплата капремонта многоквартирных домов. Расскажите, пожалуйста, кому предоставляется компенсация? На данный момент довольно большое количество категорий имеют право на частичную компенсацию по уплате взноса за капремонт. Это и участники Великой Отечественной войны, это ветераны Великой Отечественной войны, это ветераны труда Рязанской области, реабилитированные лица, лица, пострадавшие от политических репрессий и другие категории. Они имеют право на компенсацию не более 50% от уплаты взносов за капремонт. Но с 1 января 2016 года у нас добавились еще дополнительные категории. Это инвалиды первой и второй групп и семьи, воспитывающие детей инвалидов, а также неработающие пенсионеры, которым исполнилось 70, ну или 80 лет, потому что к этим категориям разные условия по предоставлению компенсации за капитальный ремонт. Они будут уплачивать меньше или вообще не будут уплачивать. То есть здесь зависит от того, сколько лет заявителю. Если это неработающий пенсионер, собственник жилого помещения, а от 70 до 80 лет это 50% компенсации, и от 80 лет и старше это полная компенсация, 100% компенсация по уплате взноса за капитальный ремонт. Что нужно сделать, чтобы приобрести этим людям такую компенсацию? Нужно единожды обратиться в управление социальной защиты, они у нас находятся в каждом районе Рязанской области, Советский, Октябрьский, Железнодорожный, Московский, либо ну, в управлении в каждом муниципальном образовании, либо в многофункциональный центр обслуживания граждан, в любой. Они тоже эту услугу оказывают по приему документов. Список тех документов, которые нужно с собой предоставить, он есть у нас на сайте, можно уточнить по единому социальному телефону, который у нас функционирует 513-600, но список документов невелик, потому что мы максимум постарались сделать так, чтобы все, что мы можем получить в рамках межведомственного взаимодействия с нашими органами и структурами, мы эти документы получим. Там основной документ – это паспорт, это трудовая книжка нужна, потому что мы должны подтверждать, что человек не работает, заявление, ну и так далее. Поэтому человек обращается, услуга эта носит заявительный характер, да, то есть по заявлению, и мы уже обрабатываем эти документы, и в течение месяца человек получает компенсацию. И будет получать ежемесячно, ему не нужно обращаться, то есть мы получаем информацию о том, что капремонт им был оплачен, и после этого ему списывается или половина, или полностью да, та сумма, которая ему положена к списанию. Услуга носит заявительный характер, да, потому что она, эта услуга, она ну, уникальна по своей природе, потому что мы не можем просто вычислить в Рязанской области людей, которые являются собственниками неработающими, которые должны автоматически получать компенсацию за капремонт. Поэтому люди должны обратиться, показать эти документы, они должны их предоставить, и потом уже компенсация будет. Есть одно ограничение. Есть одно ограничение – это не должно быть долгов по коммунальным платежам, просроченных долгов по коммунальным платежам. То есть человек должен исправно платить, это тоже является одним из важных условий предоставления этой компенсации. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как рассчитывается данная компенсация. Значит, им нужно прийти, заявиться, нужно принести эти документы. Капремонт они будут оплачивать, это будет включен, но им потом будет возвращаться или 50, или 100%, в зависимости от того, какой они возраст. Нам нужно посмотреть все условия, то есть они должны быть неработающими, они должны быть собственниками, либо одиноко проживающие, либо совместно с неработающим пенсионером. Ну, например, бабушка и дедушка, да, живут им там, дедушке 72 года, бабушке 70 лет, да, вот они оба будут иметь право на эту компенсацию за капремонт 50%. Они оба не работают, они оба имеют на это право. Если конкретно посчитать, да, ну, например, как рассчитывается эта сумма. Она состоит из двух основных показателей. Это региональный стандарт обеспечения жилой площадью гражданина. Это для одиноко проживающего 30 квадратных метров, значит, для семьи из двух человек, по-моему, 21 квадратный метр, 3 человека 18, 4 – 14, 5 и более – 12.
И второй показатель – это, значит, у нас минимальный размер взноса за капремонт на 1 квадратный метр – это 6 рублей. Вот, пожалуйста, одиноко проживающий, не работающий пенсионер. Мы сейчас с вами пример приводим, да? Одиноко проживающий, не работающий пенсионер, которому исполнилось 80 лет, ну, допустим, 82 года, он живет в квартире 33 квадратных метра, 30 квадратных метров, да, и он платит за капремонт 180 рублей в месяц. Так как у него площадь проживания не превышает региональный норматив, мы исходим из того, что это 6 рублей за квадратный метр, 180, и он подает документы, и ему ежемесячно эти 180 рублей списываются и возвращаются назад. Сколько человек уже обратились за такой компенсацией? Достаточно много. У нас на сегодняшний день услуга действует полтора месяца буквально, да, и за это время уже обратилось более 1800 граждан. В основном это граждане, которым исполнилось 80 лет, в основном. И обработано уже порядка 1300 заявлений. Ну, нужно время, да, чтобы подтвердить информацию, обработать. И в течение месяца те, кто обратился, они получают уже эту компенсацию. Но я хочу обратить внимание, что те, кто имеют право на эту компенсацию и понимают, что они могут обратиться, им нужно сделать это до 1 октября 2016 года. Именно до 1 октября 2016 года у нас полномочия по компенсации с 1 января 2016 года. Понимаете? То есть мы будем компенсировать с 1 января 2016 года, мы же не только за предыдущий месяц, а с 1 января, с начала 2016 года. Но это при условии, что документы мы получим до 1 октября. А если после 1 октября? А если с 1 октября, то у нас компенсация идет за полгода. Поэтому здесь нужно успеть, и мы сейчас информационно здесь работаем, значит, с газетами, с муниципальными образованиями, работаем с общественными организациями для того, чтобы, ну, люди, которые могут воспользоваться этой мерой, дополнительной мерой соцподдержки, они пользовались. Да, конечно, в месяц это может выплата не очень большая, но если мы возьмем по году, то это уже ощутимо, и тем более для наших пенсионеров. Спасибо вам большое за разъяснение ситуации. Я напомню телезрителям, что беседовали мы сегодня с министром социальной защиты населения Рязанской области Денисом Боковым. До встречи в эфире.